Простите, леди Крафт, я не прибирался в склепе довольно долгое время. Почему ты не говорила, что здесь есть склеп? Лучше бы я не знал. Знаете что, я подожду вас здесь. А я ведь говорила, твоя громкая музыка всех мертвецов перебудет. Что оно здесь? В отцовской подписи было 3 литеры. Четкий намек на моего дедушку. Свет, пожалуйста. Да уж, мой отец был полон сюрпризов. Должно быть, отец спрятал перчатку Тора еще дальше. Надо двигаться вперед, к месту, где отец спрятал перчатку Тора. Thank you.
Надо придумать, как сделать так, чтобы огонь продолжал гореть в печи без необходимости стоять на плите. Надо найти два каменных блока и поставить их на резную пластину в полу, чтобы огонь не погас в печи. Печь отбрасывает странные тени на те витражные панели. Возможно, я смогу подобрать нужный рисунок. Надо потянуть 4 выключателя в зарешоченном месте, пока я не увижу на витражных панелях двух апостолов света, стоящих лицом к лицу. Объект на полу под витражом похож на выключатель. Надо использовать выключатель на полу, чтобы открыть дверь, залезть на печь и, используя захват, перелететь через дверь, пока она не закрылась.
Я не совершил чудовищную ошибку. Но даже если так, я верю, вы с матушкой сумеете простить меня. Думаю, гигантская статуя змеи поможет мне выбраться отсюда. Надо передвинуть статую змеи к короткой колонне слева от клетки, чтобы я залезла на верхнюю платформу. Thank you.
Недолго она протянула. Ну ладно.